Всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Том, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, в прошлой части, благодаря вашим отзывам, комментариям, я одел на нашего Тома вот такую вот замечательную золотую шерстку. Кто, друзья, новых подписчиков не знает, на нашем канале есть традиция. Благодаря вашим отзывам, комментариям, я надеваю на то нашего Тома вот разные костюмчики, разные шерстки. Ну, вот такой вот милашка, симпатяшка получился он в прошлой части. Вот, кроме того, после последнего обновления надел я ему вот такую вот замечательную шапочку со спиннером. Ну что же, очень мило, очень симпатично. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка отведем нашего Томушку вот за стол и передадим приветы. Итак, друзья, большущие-большущие, друзья, привет всем нашим подписчикам и зрителям. Ну а кто, друзья, хочет особый привет, пишите в комментариях, и наш Томушка с удовольствием вам передаст. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка мы его покормим. Итак, что же дать нашему Томушке? А давайте-ка дам я ему вот этот жгучий перец, чтобы он немножко подышал огнем. Вот опять же после последнего обновления появилась вот эта забавная фишка, где Том может дыхать, делать огненное дыхание. Ну, давайте-ка не будем мучить нашего котика. Вот покормим, дам ему вот этот, что это такое, скорее всего, какой-то салат. Вот вижу, там есть брокколи, цветная капуста, ну что-то такое. Отлично, ну и еще вот виноградный сок. Отлично. Итак, друзья, наш Томушка 100% накормлен. Это уже супер. Ну, осталось только поднять ему настроение. Давайте вот так погладим. Хороший, хороший Томушка. Вот пусть поднимается настроение. А будет подниматься настроение Томушки, будет подниматься и уровень нашего героя. Вот так здорово поднимается, поднимается, поднимается. Вот видите, уже 60%, и мы можем его уже не гладить, он уже будет у нас улыбаться. Ну что же, супер! А сейчас, друзья, давайте-ка введем нашего котика в гардероб, снимем вот этот замечательный костюм супергероя, уберу вот эту забавную шапочку, кепка со спиннером, либо, друзья, оставить ее. Ну, давайте-ка пока уберу. И еще, друзья, давайте-ка уберу шерстку. Вот. И уберем голубые глазки. Вот. Остался наш Томушка своей естественной шерсти. Ну, а сейчас давайте-ка пройдемся по 31 шерстке, которая есть у нас в наличии. И согласно ваших отзывов и комментариев, я в следующем видео сниму нового Тома. Ну, а сегодня у нас есть, друзья, победитель. Особая шерстка, и я ее покажу. Но вначале давайте-ка посмотрим, что у нас есть в наличии. Итак, обычная шерсть Тома, рыжая шерсть, белая шерсть, шерсть цветочек, черно-белая шерсть, тигровая шерсть, черная шерсть, звездная шерсть, шерсть желе, золотая шерсть, шерсть пумы, франкентом, снеговик, племенная шерсть, сиамская шерсть, леопардовая шерсть, радужная шерсть, шерсть культурист, шерсть белого тигра, бриллиантовая шерсть, шерсть зомби, шерсть манекенека, голубая шерсть пришельца, кибершерсть, робошерсть, шерсть грязь, шерсть камуфляж, розовая шерсть, шерсть мумия, шерсть дракона и финальная, друзья, шерстка, это шерсть клет. Здорово, друзья. А сегодня, друзья, у нас есть победитель, и это вот такая вот забавная шерсть. Желе. Кстати, друзья, вот перед нею была звездная шерсть. Она набрала 3 голоса, а вот желе набрала 4 голоса. Поэтому, друзья, сегодня у нас выиграет вот эта забавная шерстка желе. Ну и давайте-ка, друзья, вот эту шерстку сейчас как-то немножко вот украсим. Вот, давайте-ка я попробую какие-то другие глаза, а то зеленые просто сливаются вот с этой шерсткой. Давайте-ка я что-то другое придумаю. Посмотрим, возможно, что-то оригинальненькое получится. Итак, вот просматриваю, посматриваю, какие бы здорово глазки подошли к этой шерсти желе. Ну, трудно сказать, друзья, честно говоря. Трудно сказать, чтобы очень уж здорово подошло. Ну, наверное, все же я остановлюсь на вот этих желтеньких. Либо золотых. Либо Менекинека.
Вот, либо вот такие, ну, эти какие-то жутковатые. Давайте-ка, наверное, все же я остановлюсь на золотых глазах. Вот, вот такой вот милашка-симпатяшка. Давайте-ка еще посмотрим, что из костюмчиков здорово бы подошло к этой шерстке. Ну что же, вот такой вот уж очень милое выражение мордочки. Вот такой вот замечательно разработчики его сделали. Вот хитрое выражение мордочки. Довольно-таки забавный котик в этой шерстке получился. Ну что же, просматриваем, чтобы здорово подошло к нашему котику. Честно говоря, даже не могу сказать, какая из форм лучше. Какая наибольше подходит к нашему котику. Вот, ну что же сказать. Ух, какой прикольный зеленый полицейский. Вот, давайте-ка, наверное, друзья, я его оставлю без одежды. Потому что что-то ничего толком мне не нравится. Вот, есть другие комбинации. Ну, вы, в принципе, если кому какая-то одежда понравилось, пишите отзывы в комментариях. И согласно ваших отзывов в комментариях, я в следующем начале видео его одену. Ну, а сегодня давайте-ка, наверное, я оставлю либо какую-то вообще без прически, либо какую-то особую прическу. Ну, честно говоря, ага. Давайте-ка, наверное, друзья, я назад поставлю вот кепку со спиннером. Пусть пока как-то вот так будет. Давайте-ка я еще осмотрю. Нет, ну, вот, еще возможность насчет очков. Кстати, очки ботана очень здорово подошли. Смотрите. Вот такой забавный парень. Ну что же, стоит, не стоит. Опять же, пишите отзывы в комментариях. Ну, а пока давайте-ка я посмотрю, как он будет смотреться. Ну, вот такой вот милый, симпатичный, прикольный, необычный. И хочется, друзья, мне еще внести изменения в гардероб. Вот не в гардероб, а в гостиную, друзья. Давайте-ка мы вот эти все сокровища уберем. Только что же нашему зеленому Тому поставить, я вот думаю. Либо какой-то жуткий стиль, либо вот космический, либо домашний. Вот, он шесть желе. Он больше, конечно же, как космическому. Да, давайте-ка, друзья, мне кажется, будет прикольно смотреться, если мы вот либо его голубой, либо его с фиолетовым. Мне кажется, голубой будет лучше смотреться. Да. Давайте-ка сделаем голубой вот такой вот космический стиль. Мне кажется, это довольно-таки будет интересно, здорово и прикольно смотреться. Вот. И еще вот давайте-ка выберем какую-то картину. Галактический постер. Здорово. Вот. И так, где же этот галактический? Вот. Вот. Отлично. Ну что же, и коврик давайте-ка я тоже заберу. Вот, кстати, вот галактический ковер, здорово. Ну и еще, друзья, давайте-ка я вот этот газон заберу. Ну, как-то вот так, друзья. Итак, давайте-ка посмотрим, что получилось. Ох, как здорово смотрится зеленый желейный Том на голубом фоне. Причем на космическом фоне. Ну что же, по-моему, довольно-таки милый вариант. И довольно-таки здорово он подходит к нашему Тому. Ну и, конечно же, давайте-ка на кухне внесем изменения. Давайте-ка я поменяю вот холодильник на какую-то криокамеру. Вот, давайте-ка стены. Вот поменяем. Отлично. Стол давайте-ка поменяем. Вот. Отлично. И окошко давайте-ка, друзья, поменяем. Вот. Здорово. Итак, посмотрите, как здорово и прикольно это все получилось. А ну-ка, друзья, посмотрю, как сейчас сработает этот перчик. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ох, жаль, нельзя, друзья, сделать сзади черный фон, чтобы этот огонь более явственно вот просматривался. Ну, пока, в принципе, довольно-таки мило и симпатично. Итак, давайте-ка я поменяю еще дверцу. Отлично. Вот унитаз поменяем. Вот здорово. И плитку еще поменяем. Хорошо. И ковер, конечно же, нужно поменять. Вот здорово. Итак, да, давайте-ка еще вот плитку поменяем. Да, вот та галактическая плитка.
Ну что же, мило, симпатично, прикольно, здорово, необычно. Вот, и осталось только внести изменения в спальне. Итак, давайте-ка я спальню поменяю. Опять же, сделаю галактическое кресло. Причем называется галактическая капсула. Вот, возьмем галактический светильник. Только есть премиум, а есть обычный. Так, где же обычный? Вот, есть. Здорово. Белье давайте-ка мы поменяем. Вот, галактическое премиум, а мы вот обычная постель. Так, где она? Что-то не могу найти. А, вот, галактическая постель. И осталось, друзья, только поменять обои. Вот. Так. Где они? Где они, где они, где они, где они? Вот там плитка, опять же, обои. Вот где они, эти плитки? А ну-ка, 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 ну-ка. Вот ищем, ищем, ищем. Ну, не могу, друзья, я что-то найти. Значит, пусть пока вот так как-то остается. Вот. Ну что же, ага, вот, галактический обои плитка, вот, здорово, все у нас получилось, вот так здорово, замечательно, симпатично и прикольно, вот, ну и чтобы, конечно же, давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание, вот, а сегодняшнее задание у нас, заверши раунд 13, быстрее 10 секунд в игре соединения, без проблем, давайте-ка быстренько сыграем 13 раунда, довольно-таки простая, интересная игра. Вот смотрите, как здорово она играется. Вот хорошо. И еще вот так, да. Вот давайте-ка проделаем и вот эту комбинацию. Вот. Ой-ой-ой. Вот так, да. Хорошо. И еще вот так. Ой-ой-ой. Не понял, друзья. Ага, вот. Все, понял. Так, еще давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. Итак, нам нужен... Ой, а я, друзья, я не соединил. Вот, нужен раунд 13. А это 8. Вот так. Вот, здорово. И еще вот так. Да, 9 раунд. Давайте-ка доходим, друзья. Вот, здорово. И 10 раунд. Итак, что я могу сделать? А ну-ка, друзья, давайте-ка вот так попробуем. Да, получилось. Так, 11 раунд, давайте-ка я попробую еще вот эту комбинацию, и да, получилось. Ну вот, дошли, друзья, мы до 12 раунда, а на 13 уже должно быть все здорово. А ну-ка, друзья, вот так, да, вот получилось, получилось, и 13 раунд, возможно, его нужно вот... Как-то так. Ну что же, да, 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 да. Вот, удалось, друзья, выполнить задание. Ну что же, супер. Вот, выхожу я пока. Удалось заработать еще, и, кроме того, что выполнили задание, 36 монеток. Вот, в прошлом видео, кто смотрел, у нас открылась новая игра. Разбей кирпичи. Ну и еще, друзья, сегодня хочется мне полететь в путешествие с нашим Томом. Нужно еще несколько путешествий, и мы с вами вот уже закроем вот эпопею с полетами. Но вначале, друзья, мне нужно подключить интернет. Вот я его отключаю, потому что очень много рекламы, а без интернета, в принципе, довольно-таки здорово снимать. Итак, давайте-ка я... Вот, полечу и посмотрим, что из этого получится. Итак, вращается земной шар. И мы с вами сегодня попадаем в Тонга. Вот, это скорее всего Океания. Итак, вот такой вот забавный обычный Томушка в серой шубке. Отлично, 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 друзья. И Океания, да, друзья, угадал я. Попадаем мы в Океанию. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас делается в альбоме. И да, друзья, смотрите, Азия закрыта, Северная Америка закрыта, Океания закрыта, Южная Америка закрыта. Осталось еще два посещения, и Африка будет закрыта. Одно посещение, прошу прощения. Нет, два. А, да-да, одно, прошу прощения. И Северная Америка, одно посещение. Еще два посещения, и вот это замечательное вот
фишка насчет посещения будет закрыта. Ну а пока, друзья, я с этим прощаюсь с вами. Всем пока-пока. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, пишите в отзывах, комментариях, как стоит одевать нашего Тома и какую вот комбинацию вот делать с его шерсткой. Итак, всем пока-пока. А чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу вашего экрана на колокольчик, и к вам, друзья, будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!